Почему, если ваши бальзамы, нанобальзамы лечат даже онкологию, почему в больнице не предлагают? Вот на это вопрос как ответите? Смотрите, почему продукция лечит онкологию? Вообще у человека есть организм. Есть в организме есть органы. У органов есть ткани, у ткани есть клетки. Вся проблема в том, что идет зашлаковка наших клеток. Если идет зашлаковка клеток, а у нас миллиарды клеток в организме, если идет зашлаковка клеток, то, знаете, вот циркуляция кислорода не поступает, макро-микроэлементы не поступают. Что делает наш продукт? Наш продукт, когда начинает работать вместе с водой и с правильной дозировкой, он попадает в клетку, проникает, дает доступ циркуляции кислорода, и в это время поступают у нашей макро-микроэлементы, потому что в нашей продукции вообще наш продукт это уникальный по своему составу. Ни в одной продукции на рынке нету соединения 189 растительных ингредиентов. Нету. Понимаете? Самый максимум 40-50. Но у нас весь в наших нанобальзамах, вот в этом концентрате, который 5 миллилитров с коричневым цветом, со специфическим запахом, в его составе 189 растительных компонентов, 250 макро-микроэлементов. Самое главное, что в нем есть такое вещество, как ксантон, его нигде нет. Я, вы знаете, я сравниваю с тем ксантоном, ресвератролом, который был у нас в прошлом проекте. Его было всего 33. А здесь, представляете, 88 ксантонов, потому что в плоде мангустина 44 ксантона. Но мы же не едим этот мангустин, понимаете? Кто-то даже не знает, какой он и на вид, не то, что на вкус. А вот этот продукт, 88 ксантонов, и самое главное, есть убихинон Q10. Убихинон Q10, который всего три компании, три страны, которые создали этот убихинон. Это у нас Америка, но они создали синтетически, он усвояемость его не стопроцентная. Япония на основе морепродуктов и наш водорастворимый натуральный убихинон Q10. Но поймите, культура питания у всех стран разная. Для нас, Казахстана, культура питания своя. В Японии своя на основе морепродуктов, в Америке своя. Поэтому, вы знаете, надо просто-напросто изучить этот продукт и правильно говорить, доносить людям, что же делает этот продукт, как нужно правильно принимать его. И когда вот ваш вопрос, Марзия Ханым, почему не включают в реестр? Потому что в каждой клинике, в каждой больнице есть протоколы назначения определенных назначение лечения определенных болезней, и мы не можем от этого отклоняться. Но я вот понимаю наших руководителей учреждений медицинских, они тоже люди подневольные, они ну, все работает согласовано приказом специального медицинского учреждения. И если это не поступит указ сверху, они не имеют права его подключать. Но есть люди, которые, знаете, спрашивают, можно ли принимать вместе с лекарственными препаратами нашу продукцию. И тогда я говорю, не можно, а нужно. Потому что наша продукция – это натуральный продукт. И он в совокупе с лекарственными препаратами, он будет гармонично работать. Ни в коем случае мы не убираем назначение врачей. Ни в коем случае мы не имеем права, но вы можете подключить нашу продукцию, и побочные эффекты лекарственных препаратов, они будут меньше пагубно влиять на человеческий организм. Потому что наша медицина, это, знаете, он рассматривает наш организм, каждый по отдельности. Есть узкие специалисты, как кардиолог, уролог, травматолог, гинеколог. И если каждый специалист назначает лечение, каждый по своему направлению. Это лечение не может оздоравливать весь организм. Он побочными эффектами влияет на тот или иной орган и дает, не тот желаемый результат. А нашу продукцию, когда вы пьете вместе с лекарствами,
он смягчает действие побочных эффектов, и человек получает результат. Но пока нет такого разрешения, никто не может официально, знаете, вот громко говорить об этом. Ага. Громко говорить об этом, что пейте. Я потому что была в медицине, я работала. Каждый сейчас работает на своем месте, получает фиксированную заработную плату. Эти люди где-то, может быть, будут говорить, но не в официальной обстановке, а где-то, может быть, скажут, есть такой продукт, обратите на это внимание, обратитесь к тем людям, которые могут посоветовать. Но есть специалисты, которые говорят, а вы пили такой продукт? Потому что когда приходят ко мне люди, они говорят, вы знаете, а вот моя врач мне порекомендовала, моя врач вот посоветовала, а вы как думаете? Я говорю, правильно советуют ваши врачи, пейте продукт. Вот ответ на ваш вопрос.